Ты видишь свет, ты слышишь звук, лучом согретый вместо рук. Ты спрятал жизнь свою внутри, мне нараспашку отвори. Ты жив, горяч и легок мне, в тебе забудусь, как в вине. Прости, но так уж вышло, друг, ты видишь свет, ты слышишь звук. Мне вены током бьют на раз, когда я слышу твой рассказ. По клеткам вдруг вскипела кровь, такая тоже есть любовь. Банален слог, но чудна жизнь, и свет, и звук ложатся в песнь. Песнь под названием «Проснись». Твой свет, твой звук во мне слились. Обращается всем женщинам. Я недавно посмотрела советское кино «Любимая женщина» Механика Гаврилова. И там вот один из героев сказал: «Я, конечно, человек психованный, со мной жить невозможно, но вас, баб, всегда любил, жалел. На кого не посмотришь, у каждой личная драма». И вот таким женщинам, у которой вот личная драма, я посвящаю стих. «Напиши мне 1 апреля, тебя люблю, к тебе приду, ты ж елки-палки заболела. Тебя на руки я возьму, ребенка словно укачаю, ты на плече моем заснешь. И сколько хочешь будешь плакать, но больше ты не пропадешь. Тебя как зайца расцелую, тебя как кошку прикормлю. Скажи мне это шуткой, не скажешь шуткой, я пойму».